но вы понимаете, Андерлехт это не то что без пяти минут, без одной минуты чемпион. В белой форме, кстати, футболист Андерлехта. Но вот такое было начало, совершенно неожиданное для фаворита чемпионата. И пришлось очень несладко Андерлехту. Уже на 12-й минуте Франк Дефой открывает счет. Но на 29-й минуте ситуация стала еще более угрожающей. Очень и очень расслабленно вышли на этот матч хозяева. Вот так вот бывает. Но вы поймете, почему так все происходит. Потому что у Андерлехта перед этой встречей было 62 очка, а у Стандарта, который шел вторым, и шел вторым, было 46, по-моему, очков после 24 туров. Но катастрофическое просто отставание. В общем, к перерыву проигрывали 0-2. Олуфаде забил второй гол на ворота Андерлехта. И все-таки второй тайм все расставил по своим местам. Увидите, как Ящук отквитал один мяч. Стадион, кстати, по-прежнему заполняется и чуть ли не до отказа. Судя по всему, просто ждут не дождутся. Просто поклонники клуба официального объявления чемпионом страны в очередной раз Андерлехта. 2-2. Это 69-я минута. И вновь Ящук. Я еще раз говорю, это при том, что, в общем-то, никаких проблем не было у Андерлехта. Но мотивация все-таки, конечно, была уже несколько не той. Не выдержали гости. Даже ничего не смогли увезти они из Брюсселя. Да, наверное, нарушение все-таки было. Аруну сбивал Шабау. И к мячу подходит Естрович. Это 89-я минута. 3-2.